Леопольд, выходи. Но он не слышит, громче. Леопольд, выходи. Погромче, он спит. Леопольд. Спасибо. И как не поймаешь настроение, да? После таких будней, бурных, короче, да, открытие рестобара там Кокеева, восстанавливаемся, пробежка маленькая, и встретил своего дружка. Вот она. 66 лет. Приблизительно 7 утра, воскресенье. Едем с супругой на Международный день йоги. Все йоги, веганы, любители йоги будут встречаться там. 7 утра, кайф. Машин нету, едем потихонечку. Ты устал? Мне? Тебе? М-ка? Моего размера нету. Второй год ей не хватает, размер, короче, вот, футболки. Здрасте! Я вас помню. Да. Здравствуйте! Кого мы видим? Здрасте. Да? В этот год они не зеленые, в этот год они беленькие. Я не понял, под эту дудочку сейчас кайфуют сидят, да? Ничего не делают? Да, а? Кайфуют. Хорошее занятие йогой. Занимайтесь. Постоянно под кайфом. Кто-то о чем-то думает, а кто-то он там лежит, загорает. Самасати йога. Самасати йога. Супершколы йоги. Приходите, любой абонемент стоит 10 тысяч, можете ходить месяц без ограничений, до 16 занятий, да, вас ждет хатха-йога, аштанга-виньяса, виньяса-флоу и йога-терапия, еще будет много медитаций. О, супер, на 5 века. Вообще хочу рассказать. Вообще клуб Кокеева, он 10 лет работает, то есть он еще в Алмате начинал как ретро-шлягер. А, теперь... ну вот я как раз посмотрел, и там его как бы назвали, что он ресторан. Да, ретро-шлягер, бы... да. Сейчас потом был диско-бар Ерлана Кокеева, сейчас он рестобар, караоке Ерлана Кокеева. Да. Супер. Вот заведение. Всесторонний, короче, человек такой, для меня открытие, честно говоря, я сундук в этом деле. Признался сразу до этого, что я не знал про этого человека ничего абсолютно. Там внутри так темно, короче, да? И мы забитые сидим здесь и не знаем, как подойти к телу. Сейчас нас пустят к телу. Как проходит фотосессия знаменитости. Вот смотрите. Раз, здесь узнаешь кого-то. Вот, узнали? Потом в комментариях напишите. Хочу поймать, короче, кайф, да? И встать между двумя Ерланами. Там Ерлан и здесь Ерлан. Линда, да. Линда, пойдем. Твое имя популярное было, знаешь, для собак в одно время. Линда, да? Раз, разу, Линда. Юмористка. Я много айфон трогаю. Опять телефон? А? За этими гаджетами не успеешь, да? Не говори, блин. Бросайте нас. 10 лет моему детищу. Многие из вас были в ретро-шлягере, который находился на Джадосова и Марова. Через 5 лет он открылся здесь, в Рамада-Кваза. И сегодня у нас третье перерождение клуба, мы перебрали сюда. Фишка нашего заведения, что здесь гости не просто поют караоке, а караоке с бэндом. То есть это такая, ну в городе, наверное, ну такого нет. Я не могу, 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 я не мог
тоже разбавлять. Как кипят соцсети, смотрите. Все в телефонах. Это дочь великих актеров Венеры Нигматуллиной и Талгата Нигматуллина. Все прекрасно помним фильм «Пираты 20 века». Пьяный джаз-клуб, вот, я выступала там. Но если ты... Здесь трансляцию ведут. Здесь трансляцию ведут. Сердце, я ведет? Здесь! Конечно, Это мероприятие, на этом празднике. Это огромная честь выступать для вас. Я попробую для вас петь. Давайте, кто начинает? Начали драться. Петь! Кто знает эту песню? Будем петь с нами. Иван, помогай. Как я живу. Поэтому на этот счет у меня был есть свой еще один стих. Вот это дерево, все жгут его. Другое, может быть, не для того, чтобы его все время жгли. У него мечты, свои мечты. Один живет, плывет своей судьбой. Другой пошел дорогой простой. А третий выбрал для себя мечту, любя. Свой свет в душе храня. Я не такой, какой вы думали. Я есть, какой я есть. И даже если вы задумали, меня не нужно сжечь. Я не такой, какой вы знаете, и не такой, как знаю я. Ведь ты другое дерево, и не нужны слова. Вот это дерево для корабля, оно не тонет, знает про себя. А это может скрипкой быть, обо всем забыть и звуками кружить. Хотел узнать, я понял, это ты. Ведь завтра сбудутся твои мечты. Какое дерево ты выбрал для себя? Ты выбрал для себя, и это для тебя.